Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрина. Это игрушка под названием Little Nightmares. Первая часть, первая серия. Очень я хотела в нее поиграть. Все, настроечки все настроила. Начинаем новую игру. И погнали. Качество тут на ультах стоит. Посмотрим, как будет выглядеть. Ну, конечно, из сегодняшних игр и вчерашних с Ведьмаком ничего не сравнится. Я, правда, не знаю, когда я еще буду выставлять Nightmares, или в субботу, или в воскресенье. Но записываю я все в один день, и, конечно, от Ведьмака я больше всего пока что под впечатлением. Но здесь, наверное, должно быть жутко. Атмосферно. Да и вообще, сравнивать игры разных жанров, это, конечно, такое себе. Каждая игра по-своему прекрасна, уникальна. Ты кто? Ты кто? Ой! Какие мы маленькие, миленькие. Таймер включила. Прыгать. Хватать что-то. Ну, в принципе, все, что нужно знать. И на Shift. А она, интересно, сама хватается? Или надо как-то... Тут он можно вроде бы запрыгнуть. Чемодан я тащить не могу, ладно. А вот это я могу тащить? Босиком, блин, бедняжка, это ж так холодно. А запрыгнуть сюда я могу? Нет, не могу. Вы кто? Челики, вы кто? Ой-ой-ой, как темно. Вообще ничего не видно. Бегу, бегу, бегу. А можно как-то... Угу. Зажигалка на F. Куда мы идем? Как мы здесь оказались? Ничего не понятно. В каком-то чемодане. Чемодан почему-то больше, чем девочка. Не забываем про зажигалочку. Жига у нее, кстати, откуда-то. Тихо, не падаем. Я так испугалась, что вот это вот сейчас свалится, и мы вниз полетим. Тут хоть не будет с самого начала монстров. Я не готова. Ускоряемся. Хрена себе. А чё она такая малышка? Прям бэби-бэби. Корабль просто невероятных размеров. Чё это такое? А как кидать? А чё это такое? Класс. Кстати, игра со Стима должна быть достижения. Мне очень интересно. Всякие достижения. Плохо вот, что в Ведьмаке не будет видно из-за того, что это с Epic Store игра. Было бы очень классно, если бы какие-нибудь тоже выскакивали по приколу. Ой, там что-то мелькнуло. Там кто-то ходит. А я могла сюда попасться, например? Вот так вот. Сейчас хорошая превьюшка нужна обязательно. А под кровать я могу залезть? Могу. Ничего тут, к сожалению, нет. За эту игру я еще помню то, что здесь есть всякие, по-моему, как вот статуэтка была. А, все-таки надо цепляться. Нажимаешь на пробел и на мышку нажимаешь. По-моему, тут шляпки можно собирать, нет? На тебе!
Блин, я сразу не заметила, что тут чел на... Ну вот, ноги его висят. Хватаем, тянем. В принципе, пока что все логично. Довольно-таки понятно. Чуть-чуть еще ближе пододвинем. Ну, давай, вперед. Все, не двигается. Ну ладно. Запрыгиваю. А, надо прям. А! Ребята, сори, я забываю, что нужно цепляться. Я уже представляю, как я буду от кого-то страшного бежать. И этот кто-то страшный, так лучше по черному не идти. Будет меня догонять, а я не смогу ничего сделать, потому что я не нажму зацепиться, и все, и проиграю. Чьи-то тапки. А сюда и надо? Подождите. А тут что? Блин, стойте, нет. Такое чувство, как будто вот сюда нужно. Сейчас проверим, может, тут какая-нибудь загадка. Что-то спрятано. Фея, что это за червь? Не-не-не, ладно-ладно, нет. Сори, я не хотела, чтобы ты разбивалась. Иду сюда сначала. Там какие-то червяки непонятные. Ты давай залазь уже. У нее нет ни имени, ничего. Сохраняшка. А эти челы, получается, дружелюбные. Привет. А можно его схватить? Оу. Beautiful. Ты ж меня не съешь? Очень странное существо. Он теперь за мной пойдет. Вроде нет. В общем, теперь у меня есть дружбан. Постоянно нужно держать мышку. Нет! Я нажала прыгнуть. О, вставай скорей. Побежим, чтобы червяк нас не успел. Нет! Да... Ё-моё. Ладно, значит, чуть-чуть вот ближе ко мне. Сюда к экрану, чуть ниже давай. Есть? Что-то мне не нравится. Тут куча вот этих... червяков. Прыгаем. Ой, тихо-тихо, не падай. Я что-то подумала, что сейчас двери закроются и все. А, ну да, они закрылись. Нет, нельзя. Ну ладно. Идем дальше. А, стоп, куда? А дальше? А дальше, а дальше?
так вот можно. Садись, полезли. Немножечко неудобно в управлении. Ты как бы... О, еще один челик. Ты как бы в одно место бежишь, а оно под другим ракурсом немножечко. И ты мимо него. Нет. Нет, 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 нет. Я почти успела. И откуда будет? А, в любом... Но они такие медленные. Да что ж такое? А куда мне потом бежать? Она вроде бы так... Ясно. Давайте побежим в левую сторону. А, сюда нет. Сюда нет в любом случае. Ну! А, надо было просто вперед толкнуть. Не очевидно. Не очевидно, но понятно. Просто топим до талого. Давай, 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 давай. Все, они за мной не погонятся. Мы теперь страшные и грязные. Казалось бы, такие легкие червяки, а я столько раз умерла. А тут можно как-то? Может, какой-то секрет, может, какой-то будет? Очевидно, что нет. И как? Почему отсюда? Я же этот... Огонь зажгла. Ну, это бесконечно теперь будет, да? Надо попробовать на геймпаде в эту игру поиграть. Ну вот, я зажгла все, что оно не сохранилось. Глазик высветился. Ладно. Откуда вас так тут много? Тухнет постоянно. Вот как здесь? Осторожненько. Осторожненько. Не спотыкаемся. Никуда не падаем. Почему так темно стало? И страшно. Блин, сбоку как будто что-то такое. Вот сюда вот. Выше и выше поднимаемся. Нет, тут ничего. Блин, как будто сейчас кто-то выскочит, серьезно. Рычажок. Так, мы здесь. Атмосфера вообще капец, такая стрёмная. Я походу поняла.
Я бегу, я бегу, я бегу. Есть. Так, вот тут можно... Не открывается? Тю, блин. Кто вы такие? Ладно. Чела выпустили. Идемте дальше. А можно сюда как-то залезть? Вдруг тут что будет? Можно. Ну и все. Зачем я сюда лезла, непонятно. Она так падает каждый раз, как будто умирает. Опять очень гнетущая музычка. Что это было? Кто это? Это наш следующий противник? Жесть. Вокруг этой игры столько вопросов, если честно. Нет! Как она упала? Я туда даже не пошла. Oh, fucking shit. Почему этот корабль такой большой? Почему девочка такая маленькая? Да иди сюда! Тю. На S не нажимается и все. Сейчас норм. Почему она в желтом плаще? Почему здесь такие все монстры? Куда она бежит? Ну, какой у нее смысл вообще нахождения на этом корабле? Куда она стремится? Что-то здесь будет страшное. 100%. Сохраняшки надо не пропускать. Это же сохраняшки. Ну да, глазик он высвечивается. А в прошлый раз, ну, только когда я к червям упала... О, ее лицо видно, видите? У нее светлые волосы, маленький носик. Я что-то думала, у нее темные волосы, мне так казалось. Классно, ты дверь открываешь. Фу. Какие огромные туалеты. Хорошо, какашек нет. Ну, я в любом случае, если туда пройду, меня ударит током. Может быть, надо кинуть бумажку? Давайте подойдем поближе. Осмотреться. Ага. Спасибо за подсказку. Надо закрыть дверь. Давай. Блин, хотя вдруг к нам... Кто-то сейчас выбежит, а я смогу никуда спрятаться. Давай, давай, еще ближе, еще ближе. Думаю, нормально. Да. Давай-давай-давай-давай-давай! Как будто надо еще где-то успеть. Ну да. Убьет или нет? Убьет или нет? А ну. Нет, не убила! Я успела с первого раза! Класс! Не открывается. Не так. Ничего не цепляется. Почему она такая маленькая? Почему все монстры такие огромные? А маленькие получаются только вот она и у тебя вот за грибочки. Стрепиздыши тоже еще одни.
Но они тоже как монстрики. Ой-ой-ой. Я поняла. И класс именно, получается, следит только вот за детками, это ж дети. Мне бы еще не застревать тут нигде. Беги, беги, беги! Беги, малая. Челик он сидит. Сохраняемся и ползем. Получается, можно наверх, а можно освободить челика. Давайте освободим. Не зря ж сюда, получается, можно пройти. Привет! Она их любит. Можно сохраниться. Это какая-то дополнительная комната, да? Хотя, так и не скажешь. Здесь вот треугольничек и глаз тоже. Ну да, скорее всего, это дополнительная комната, потому что тут больше некуда. Да нет, не сюда. Давай сюда, вот тут. Правильно, правильно. Ну нет! Чё она туда прыгает? Управление, конечно, порой такое непонятное. А, теперь надо опять. Ну, я ж нажимаю прыгать, она еле прыгает иногда. Ползем, взбираемся. Походу, эти грибочки в этой игре что-то значат. Можно сюда сходить. А есть какой-то смысл? Давайте сходим. Я все равно сохранилась. И тут, в принципе, ничего сложного. О, какая-то дверь открыта. Рисунки глаза. О, фигурка. Что-то мы освобождаем. Кого-то от чего-то освобождаем. Под кроватью ничего нет. Если что, можно зашкериться. Прикольно, следы так остаются, если я походила почему-то такому слизкому. Чё, малая, бегим дальше. Если бы ты еще не врезалась в стены и в лутки, было бы вообще замечательно. Прикольно и удобно сделали то, что здесь не нужна стамина. Прикиньте, еще бы стамина была. Ну, заходи, чё ты? Ой. Привет. Дверь закрыта. Ты меня ищешь? Валим, валим. Ребята. Тихо и быстро валим. Я ничего не вижу. Куда мне надо? Я, блин, по деревяшкам шла. Меня было слышно. Сюда залажу. Фу, капец. Это тот чел, который я подумала... Фу-фу-фу, тихо. Чуть не упала. Ну, жестко, он, походу, не видит, но очень хорошо слышит. Хотя я вот скрипела так и половицами, что жесть.
можно было бы меня и заловить. Только не падай. Фу, эти решетки, место, кажется, надо свалиться. Мне почему-то на ум пришло имя Элли. Подходит для девочки имя. Имя Элли. Элли в желтом капюшоне. Так, я там ничего не могу сделать. Не, ну камера здесь жесть. Прикиньте, вот от того чела текать. Что такое? Хочет хавать. Реалистично. Странно. Ладно. И бегать я не могу. Вот это весь максимум. Ну, давай, давай, малыха, сейчас что-нибудь найдем. Пирожка какой-нибудь. Сырочек, хлебушек. О, поделись, пацан, поделись. Дай булочку. А что так все мигает? Она же просто кушает. Ну, все нормально. Спасибо, малой. А что ты тут один? Грустненько, конечно. Опять виселица, да что ж такое? Что, на нее можно прыгнуть, что ли? Да нет. А ведро можно зашкериться? Было бы смешно, если бы можно было в ведро залезть. Какой-то душик. Звуки классные, когда по капюшону попадает. Стрёмно. Очень стрёмно, особенно знать, что здесь лазит какой-то чел, который хочет просто меня... скорее всего, словить. Так. Осматриваемся, меня уже научили стрелочками. Он что-то вверху висит. Хорошо. И что мне надо сделать? Пока что я не понимаю. Я вижу предметы, с которыми можно взаимодействовать, но я не понимаю, что с ними делать. Так, чуть не случилась смерть. Можно зажечь. Зажигаем. Ну, жги! Красава. Так, это не берется. Нет! Let me die! Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. А чего отсюда-то? Я не понимаю. Как так-то? Я ж там зажгла огонь. Ну, погнали еще раз. Чё уже? Прям целую локацию надо пробежать. А это можно сбросить? Нет, нельзя. Зачем они тут стоят? Странно очень. А это можно. Давайте и это сброшу. Чё уж там. Только оно как-то тяжело сбрасывается. А ну, малая, давай. Рыс, рыс, рыс. Давай, 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 давай.
Может, мы там отвлекаем чьё-то внимание? Так, по-быстренькому. Давай, 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 тут сейчас. Осторожненько. Лезем все выше и выше. Ну вот, огонь загорелся. Спасибо, что я отсюда начала играть. Рано прыгнула. Но это не берется. Давайте. Хорошо. Есть. И что теперь? А, можно еще выше. И чуть-чуть, тут еще лесенка. Еще выше. Не-не-не-не-не, еще выше нельзя, ты чё? Я сейчас упаду и как бы минус девочка. На лестницу я ту идти не буду, она никуда не ведет. Тут есть два рычага. Ну как-то выглядит, как будто этот надо первым. Подняла. Он в ту сторону двигается и вправо, соответственно. Но он не сразу двигается. Хорошо. Ну, я не понимаю, зачем я это делаю. Ну, залазь, малыха. Тю. А как же та дверь? Она просто этот. Так, по фанчику была. Окей. Окей, let's go. А, нет, не по фанчику. Или по фанчику. Делаем себе лесенку. Хорошо. Не-не-не-не-не-не. Ты чё-чё? Нет, не подходит. Ну. А так? А если сбоку? А чё оно не двигается? Всё, сильнее не двигается. А если снизу чуть пододвинуть? Вот я, конечно, ну вот. Можно было в другие ящички пойти. Нет, не так сильно. Вот и что с ним теперь делать? А если я вот этот пододвину? Да, я, конечно, попала в западню. А можно как-то сделать рестарт ящику? А, ну... Блин, ну вы серьезно? Ну, плес, ребята. Ладно. Сейчас попытайся. Да цепляйся. Нет, не цепляется.
Ну, это будет, конечно, обидно. Если мне придется сейчас специально умереть... Давай, 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 давай. Красотка. А этот выдвигается? Нет, этот не выдвигается. Значит, надо разогнаться. Хорошо. Молодец. Спокойно. Тут же что же по таймеру, да? Да ё-беги! Ну не клацает ничего, вроде таймера нет. Ой! Малыш, я тебя сейчас выпущу. Только не прыгай. Хм. И звуки смешные. Тут никого нет? Нет, тут не берется, ладно. Ну, в игре потом пока что ничего сложного. Единственное, вот это мои затупы. А так норм. Блин, ребята, некогда зажигать эту жилу. Пролазь. Ух, сбежала от червей. Все нормально? Давайте на этом остановимся. Сохраняшка прошла. А ну, повернись к зрителям. А, не хочет. Нельзя так сделать, чтобы она прям смотрела на нас. Ну как вам первая серия Little Nightmares? И мне очень нравится такой гнетущий, держащий в каком-то неоднозначном страхе. Ну как бы ничего такого не происходит, но ты чего-то всегда ожидаешь. Там, по-моему, кто-то в решетке же сидит. Да, то ребенок? Он сидит кто-то, чья-то башка. И еще он сидит. В общем, класс. Мне очень нравится. И надеюсь, что вам тоже нравится. Ну, а пока на этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.